вас, дорогие друзья! Меня зовут Юлия, и это следующий влог, ту же тему, что и предыдущий. День рождения. И в этот раз день рождения моей, ну, очень близкой подруги. Как всегда, по нашей традиции, мы снова собираем тайное заседание. И на этот раз на свежем воздухе. Пока что у нас нет никаких идей, поэтому мы договорились, что каждый придет со своей идеей и создадим интересный план. Смотрим, что у нас в этот раз получится, удастся ли нам удивить нашу именинницу. Как сегодня красиво! И даже, вот можете посмотреть, играет такая красивая музыка. Поэтому вот думаю, будет здорово, она просто почувствует себя принцессой. Карета вся шарами, розами вот так и дорожку сделать. Ну, корону, короче, одеваем. После мы едем в спа, а значит, там мы разрежем букет. Там мы разрежем торт, и можно еще что-нибудь такое интересное. Песню спеть. Окей, песню споем. Значит, для этого нам нужно будет еще торт. Торт, букет. Было бы еще вот эти фотки, где вот мы вместе сюда на день рождения. Это вот фотки сделать, можно, туда приклеить. Да. Можешь в карету положить деньги? Ну, отлично. Подожди. Минуточку. Будь добры, помедленнее. Я записываю. Дороги, допустим, вышли, можно вот радио включить. У нас, короче, в программе рубрика «Поздравления». Только если, чтобы слова не сложные были. А может что-нибудь про Ксюшу? Поищи-ка. Ксюша. Любочка из Ксюша. Русая коса. Вот это классно. Стиль ты хочешь? Она хочет, чтобы смс-ки за раз вот так вот кучей пришли. Именно нужно, чтобы в одно время вот так. Да, в одно время прям. Чудесно. Нос не захватила. А все подходим что-то? Интересно, а что такое? Что за хлам? Раз так открываем, и она вот там стоит, и здесь раз в подарок. По-моему, будет прикольно, если бы узелок, типа, дамичку еще повесить, по-моему, может повесить. И он такой, пчиш, и упал. И давайте просто возьмем, как это, ежик в тумане, завяжем этот узелок на палку, и ей через плечо забирай свои подарки. Прикольно. Ну что ж, с девочками завершили обсуждение. Ждем с нетерпением этого дня. Сегодня настал этот день, сегодня день рождения Ксюши. И я еще раз повторюсь, опять-таки день рождения выпало на будние дни. Ну что же ты будешь делать? Поэтому сегодня с девочками мы решили преподнести Ксюше маленький сюрприз. В субботу мы уже будем справлять день рождения. Мы собрали коллаж из фотографий с поздравлениями. А также моя дорогая мама испекла, ну, очень вкусный ее фирменный пирог с творогом, который девочки, ну, просто обожают и уплетают за считанные минуты. Ксюша ничего не подозревает, так как я ей сказала, что я сегодня очень занята. Поэтому прямо сейчас мы поедем и поздравим ее с днем рождения. С днем рождения, моя дорогая! Он, ну, короче, спасибо, ты думаешь, что у меня... Есть для тебя один маленький сюрприз. Ты на вот это посмотри. Сейчас я посмотрю. Ксюша написала. Так прикольно. Да, ты посмотри, что там. С днем рождения, мы тебя любим. Как красота. О, мне тут нравится имя Ксюша, как написано. Да, вообще круто, да? Мне надо его домой. Это просто... А тарелочки это то, чего здесь найти нельзя. Нельзя. Творог. Можно мне насладиться трапезой? Конечно, наслаждайтесь, дорогая. Ты не будешь? Нет, наслаждайтесь. А что, мою ложку, да, отжали мне? Это твоя ложка, вот это? Это ребенка, кажется, ложечка. Ну-ка, моя Галюся, уйди, мой маленький. Вроде бы все приготовила. Так, надо проверить список. Даже если приготовишь список, вероятность того, что что-нибудь возможно забыть. Так, проверим. Это взяли? Платим? Пока. Так, пока есть. Вроде бы все готово. Так, так, осталось нам надуть шары. Поехали. Процесс запущен.
Что самое интересное, в тот раз я заказывала баллон для 30 шаров, но почему-то мне удалось надуть их только где-то около 20. Думаю, это какой-то мухлёж. Надеюсь, что я все успею. Так, главное, без паники. Второй пошел. Так, надо очень тщательно их завязывать. Главное, чтобы не улетели. Помню, на прошлое Ксюшино день рождения мы, значит, устроили пикник, привязали тщательно, прям проверили. И, значит, сидим такие, любуемся шариками. И Ксюшка говорит, я буду их, пока они не сдуются, буду их дома держать. Будет так красиво. И что вы думаете? Ветер подул, магическим образом они вообще развязались и полетели. Смотрим, шары летят. Они зацепились за верхние ветки. И вроде бы мы думаем такие, не, ну мы сможем по-любому их, значит, достать чем-нибудь. Пока мы пошли искать палки и все такое, они просто улетели. Как нам было, конечно, жалко, но мы зато загадали желание, пока они летели. Мы это успели заснять, и это было очень красиво. И это осталось у нас в памяти. Пока, шарик. О май гад. Ну что, посмеемся? Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я представлю вам, что же мы приготовили для нашей именинницы. Вам будет очень интересно. Поехали! Готово, да? С днем рождения! О, да, точно! Сейчас поедем на поле чудес. Да. Поэтому, дорогая моя, одень вот эту повязочку. Это для тебя, я уверена, и вообще не смотри. Подсматривать нельзя. А я тогда буду угадывать, куда мы едем. Все вниз и вниз. Ну как твои чувства? Куда мы едем вниз? Как будто ты на веселый год, когда... Я сейчас закручу, заверчу. И сразу в бассейн. Да, и прям с машиной. По-моему, дорога небольшая. Какая такая дорожка. А, да? А, ну хорошо. Ага. Мне вот так закрытыми глазами не видишь, вообще теряет ощущение. Вот. Разве машина так едет? Нет, мы летим. Я тебя в Париж привезу. Каким-то колдобином. Так, идем.
Не бойся, идем. Знаешь, надо быстрее идти. Здесь вообще ни яма, ничего. Не бойся, идем. Коронуем тебя официально. Ты у нас сегодня принцесса. Принцесса. Это твоя карета, она подана. Это принцы у нас. Девочки, фототься надо. Юль, покрасно это волосы не будет? Покрасно нормально, чтобы это... А что такое? Это сидение? Ждем с нетерпением, блин. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Успокойся. Я на видео снимаю. Стоит.